Всем здравствуйте! Вы на канале турагентства Татьяны Барсуковой. Мы находимся в Хургаде Grand Aquarium. Мы отдыхаем в отеле Sunrise Garden Beach. И сегодня такая погодка на 22 мая ветреная. Мы решили, чтобы не быть возле моря, а возле бассейна, потому что дует ветерок, приехать посетить Grand Aquarium. От отеля Sunrise Garden сюда мы заказали такси Uber. Нам обошлось $2. Самостоятельно мы купили билеты. Извините, если будет ветер поддувать, бы сегодня реально такой сильный ветерочек. Купили мы билеты на двух взрослых и нашего ребенка, получилось $67. У нас в отеле есть такая экскурсия, гиды нам предлагали по $70, ну, за двоих тоже с ребенком. Но у них определенные дни выезды, завтра воскресенье, там вторник и четверг. Но сегодня ветерок поднялся, мы решили, чтобы не тратить день, завтрашний вроде бы погодка будет хорошая. Чтобы не проводить его в помещении, решили поехать сегодня самостоятельно. И сейчас я вам покажу, что здесь, как вживую, во время карантина. Все работает, все замечательно. Ребенок, он купил себе уже дельфина очередного, а теперь затарился весь в мягких игрушках. Ну, пойдемте вовнутрь. Ну, вот мы входим. Здесь нужно находиться в маске. И сразу первая экспозиция. Я вам быстренько все покажу. Что-то. Но ребенку пока уже нравится. Итак, зашли мы в Grand Aquarium, но попали сразу на шоу. Оно находится самое последнее уже при выходе. Нам человек сказал, что начинается в 11 часов, чтобы мы не пропустили. В общем, мы пришли в конец на шоу, сейчас я вам покажу, а потом уже придем сначала, посмотрим все аквариумы. Вот есть скелет такого морского чудовища, даже два, один внизу. Thank you.
это Аня любит у нас. Хороший. Не касается. Класс. Смотри, это классный. Супер. А, сейчас маленькую черепашку тебе принесут. Твоя мечта сбудется. Идет, смотри. Боже, какой ты. Держи, чтобы не упала. Какая хорошая. Супер. Анют, сбылась твоя мечта? А? Попробуешь подержать? О, боже. Ну, такое я могу. У нее ручки маленькие, просто не помещается, да? Домой подержать самой. А, я просто передние лапки ей поддерживаю. Я не держу ее, я просто прижимаю. Класс. Такая маленькая, да? Да, в общем, мы посмотрели сначала шоу, а теперь в обратном направлении против стрелочек двигаемся на выход, там, где вход. Вот здесь, наверное, кто-то живет, но ничего пока не видно никого. Нашли мы здесь живность. Но она не живая, к сожалению. Вот это да! Иди встанови, тут тебя на шейку положат. Не, не, куда так? Тань, ты чё? О, боже! Нет, ребят. Я, конечно, извиняюсь за свои комментарии, но я в шоке, если честно. Я сам жутко боюсь змей. В общем, вот такая вот у нас получилась мини-экскурсия. Всем понравилось. Анют, тебе понравилось? В общем, вот так выглядит Гранд Аквариум в городе Хургада. Если вам понравилось, приезжайте, смотрите. Всем пока-пока.
Все, всем всего хорошего, до новых встреч, путешествуйте, не болейте. До следующих экскурсий.